Факундо Арана и Хианелла Нейра. В телесериале «Яго. Темная страсть». Автор сценария Рикардо Родригес. В фильме снимались Рамина Гаэтани, Норберто Диас, Хуан Карлос Дуаль, Сесилия Мореско, Марио Аларкон, Даниэль Миглиоранса, Рауль Лавье и другие. El valor de dar y dar, aprende a amar. No hay nada que esperar. Продюсеры Диего Гонсалес и Марсело Спинахи. La magia todo puede superar. La vida llegará. Режиссер Федерико Палаццо. Я могу узнать, почему ты решил, что я разрешу Морене сменить фамилию? Послушай меня, Мерседес. Нет, это ты послушай. Морена носит фамилию человека, который вырастил ее как собственную дочь. Понимаешь? А что в это время делал ты? Отбывал срок за убийство? И ты считаешь, что Морена будет с гордостью носить твою фамилию? Я с ней не связался раньше, потому что не знал о ее существовании. Но, разумеется, теперь я во всем виновата. Вовсе нет, я тебя ни в чем не виню. Просто теперь, когда я знаю, что она существует, я хочу дать ей свою фамилию. А почему тебе этого так хочется? Что ты выиграешь? Это единственное, что я могу ей дать. Это ничего не изменит. Она все равно ничего не получит. Прошу тебя, у нас общая дочь. Это должно нас объединять, а не ссорить. Хорошо. Я не буду давать ей свою фамилию. Просто я подумал, что это было бы честно. Я тебя умоляю, Роберто. О чем ты? Дело в том, что Морена все, что у меня есть, ты и она, вы моя семья, и я не хочу вас потерять. Я очень одинок. Но для того, чтобы сблизиться с ней, не обязательно навязывать такую глупость. Я ничего не навязываю. Разве я пришел с адвокатом? Нет. Роберто. Дело в том, что Морена носит фамилию человека, который на самом деле любил ее как отец. Понимаешь, он был рядом, когда она болела в детстве. Он отвел ее в школу. Он был с ней, когда она подросла. Он научил ее всему, что она знает о жизни. Научил, что в ней надо ценить. Например, порядочность. А ты хочешь это изменить? Роберто, подумай над этим. Подумай, пожалуйста. Убийца! Умри! Убийца! Убийца! Елена! 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 Успокойся, женщина. Успокойся. Я хочу забрать Матео из этого ада. Где мой сын? Ты же не хочешь, чтобы твой сын увидел тебя в таком состоянии, Елена. Ты убийца. Убийца. Ты предатель. Я убью тебя. Перестань, брось нож. Брось нож. Брось. Брось нож. Брось.
Доктор Карлем, Элена сбежала из лечебницы и сейчас находится дома. Я не знаю, сделайте что-нибудь. Пришлите скорую. У нее в руках нож, она хочет убить своего мужа. Прошу вас. Спасибо. Что случилось? Элена сбежала из лечебницы и явилась сюда. Она совершенно не в себе. Нет, бедная сеньора. Это не она, бедная, а мы. Оденьтесь. Скоро приедет скорая. Приезжай, любимая. Праздник в разгаре. Я тебя жду. Яго, я так рада слышать твой голос. Я тысячу раз буду перечитывать письмо, которое ты мне написал, и буду хранить его в сердце. Но я не могу приехать. Я сейчас не приеду. Ты не поняла, что я тебе сказал? Я хочу на тебе жениться. Доброй ночи, Яго. Желаю повеселиться. Прошу тебя, Морена. Неужели ты не хочешь меня видеть? Приезжай. Любовь моя. Доброй ночи. Доброй ночи. Ты не поняла, что я тебе сказал? Я хочу на тебя жениться. Прошу тебя, Морена. Неужели ты не хочешь меня видеть? Приезжай. Разумеется, я хочу. Я люблю тебя, Яго. Люблю, люблю. Яго, любимый. Извините, это Глэдис, медсестра Томаса Лабери. Что-то случилось? Я беспокоюсь. Томас очень нервничает, все время требует вас. Мы не можем его успокоить. К тому же мы никак не можем найти доктора Руэду. А дежурный врач говорит, что сейчас ему нельзя давать успокоительное. Прошу вас, сеньорита, приезжайте. Что случилось, Жасмин? Сеньора Элена вернулась. Как это? Она же не поправилась. Она сбежала и хотела убить сеньора Альдо. И что дальше? Что она с ним сделала? С ним ничего, но искромсала весь матрас. А где Матео? Нет, нет, не беспокойтесь, сеньора, он даже не проснулся, малыш спит. Слава богу. Нет, ничего страшного не случилось. Ты побудь здесь, я скоро вернусь. Да, сеньора? Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. ¡Bravo, bravo! ¡Да здравствуют новобрачные! Тихо. Спасибо. Директор тюрьмы сказал, чтобы мы заканчивали. Нет. Все, все, расходимся. Собираемся, ребята. Нет, еще. Я хочу попрощаться, хочу попрощаться. Пока, дорогой, желаю счастья. Большое спасибо. Попрощайся с Руфино. Спасибо, что пришли. Желаем счастья. Ну все, пора по камерам. По камерам. А где Яго? Пока, ребята. Приходите еще. До свидания. Карерос, да. Я могу попросить вас об услуге? Да, конечно, падре. Вот так. Хорошо, Элена. Вы меня слышите, Элена?
Нам придется вернуться в больницу. Альдо, что случилось? Ничего особенного. Недосмотр персонала клиники. Ее надо охранять. Не беспокойтесь, сеньор Сиренио. Мы примем меры, чтобы этого не повторилось. Я вам обещаю. Очень надеюсь. Иначе мои адвокаты возбудят дело о профнепригодности. Это не потребуется. Елена, идемте. Вставайте. Потихоньку.